Я пришел, чтобы забрать тебя. Идем домой. Что это так мило? Это от клиента. Все должны носить это. Мы можем пойти домой? Подожди 10 минут. Мне нужно закончить. Хорошо. Жду. Почему ты так оделся? Чтобы забрать меня? А почему я не могу так одеться, чтобы забрать свою девушку домой? Есть же предел красоты. Ты стал сенсацией. Посмотри на красоту за мной. Ее зовут Джуди. Она женщина-мечта нашего офиса. У нее высокие стандарты при выборе парня. Однако она продолжает смотреть на тебя. Осторожней. В твоем офисе есть женщины? Прости, я их не вижу. Какой красноречивый. Господин Гуань, ваша доставка. Да. Хорошо, спасибо. Сегодня я всех угощаю. Спасибо. Пожалуйста, позаботьтесь о моей бэй-бэй в офисе. Спасибо большое, красавчик. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, берите. Да, спасибо. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, красавчик. Спасибо. Пожалуйста, угощайтесь. Спасибо, простите. Вы не против мне дать забавные ушки? Вот. Спасибо. Зачем они тебе? Парочка должна носить одинаковые вещи. Давай сделаем фото. Джи-цюн? Ты дома? Воды. Воды мне. Ты совсем пьян? Мне нужна вода. Иду, иду. Это медово-лимонный напиток. Выпей. Попробуй. Помедленней. Вот. Почему ты так напился? Мила. Моя мама звонила только что. Сказала, что ее дом будет переделан. Что ты скажешь? Гуань Джинлэй. Такой талант. Он устроил номер перед твоими родителями. Это было крайне эффектно. Ничто не может измениться перед лицом брака. После переделки состоится свадебная церемония. Потому что я старшая сестра, мы должны сделать что-то для младшего брата. Хорошо. Сделаем. Сделаем все, что в наших силах. Взгляни на своего отца. Он просто замечательный. Что ты хочешь сказать? Он великолепно использует своих дочерей. Обе его дочери помогают ему, одна деньгами, другая энергией. Плюс зять помогает и деньгами, и энергией. Вся семья должна помогать Гуань Джинлэю. Не жалуйся на это. Я пытаюсь обсудить это с тобой. Обсудить? Ты приняла решение. Дадим столько, сколько сможем. Я просто хочу, чтобы ты больше внимания уделяла нашей семье. Я занят весь день и сильно устаю.
Мне приходится встречаться с клиентами, выпивать. Я просто хочу видеть тебя дома. Требуются большие усилия, чтобы отправить Чэнь-Чэнь в международную школу. У тебя много свободного времени. А ты всегда должна идти в дом своих родителей. Я знаю, что ты очень устаешь. Но я хочу кое-что рассказать тебе. Наш ребенок Чэнь-Чэнь приходит домой раз в месяц. Мне лучше найти работу. В какой-то степени я могу снять тяжесть с твоих плеч. Что это значит? У тебя проблемы с покупкой одежды и еды? Ты отрицаешь мою способность позаботиться? Нет, ты не так понял. Тогда что? Что же это? Я... Ладно, давай прекратим обсуждать это, ты пьян. Я наберу воды, ты потом прими ванну. Ты не хочешь говорить о нашей семье каждый раз? Одно и то же. Все сохраняйте тишину. Далее. В этом квартале будет решаться самый важный вопрос. Мы предлагаем всем поделиться своим мнением, хорошо? После моего выступления. Давайте. Куда мы пойдем с точки зрения сплоченности команды? Мы должны хорошо использовать драгоценное время отпуска. Проведем мозговой штурм. Цинфэнь, у вас есть идеи? Мне все равно, я приму любое решение. Я предлагаю отправиться в порт Ист-Лейк. Это знаменитая база для рафтинга. Очень популярное место. Красивые горы и вода — лучшее место для нашего отдыха. Представляете? Нет. Там, наверное, много туристов из-за популярности. Все. Я думаю, наши врачи не любят многолюдные места. Я так не думаю. Нет, не согласен? Как бы... Но в этом есть смысл. Нам лучше найти тихое место. Я не спал прошлую ночь и провел исследование, и нашел хорошее место. На западе от города появилась база отдыха с горячими источниками и барбекю. Предлагают услуги как барбекю, так и вечеринки и спа-салон. Что думаете? Хорошо. Нет. Давайте придумаем другую идею. Барбекю не весело. Доктор Сю не любит барбекю. Неважно. Я могу все что угодно. Доктор Сюй не любит барбекю. Доктор Джан любит барбекю. Этот доктор Сюй любит барбекю. Доктор Ван любит барбекю. Все любят барбекю? Да. Цинфэнь может поесть другое. Барбекю вредно. Мы не должны есть нездоровую пищу. Мы врачи. И должны подавать пример. Доктор Линь, вам все не нравится. У разных людей разные вкусы. Куда, черт возьми, мы пойдем? Давайте обсудим. Что? Руководитель Гау, здравствуйте. Все сегодня здесь. Хватит, садитесь. Ну что ж, нашли место для тимбилдинга. Мы все еще обсуждаем это, до сих пор не приняли решение. Руководитель Гау, можете что-то порекомендовать? Конечно. У меня есть коллега, сын которого владеет пейнтбол-клубом. Классное место. Говорят, что дикая местность самая интересная для игры. Более того, инфраструктура действительно хорошая. Вам не нужно беспокоиться о еде и проживании, горы и река рядом. И что более важно, вы свободны от оплаты, если поедете туда. Все будет бесплатно. Правда? Круто! Последуем предложению руководителя Гау. Идем играть в пейнтбол. Это безопасно? Хватит уже. Осмелишься спорить с руководителем? Предложение принято. Да, принято. Сяогуань, вы свободны в эти выходные? Я хочу пригласить вас в пейнтбольный клуб. А? Пейнтбол? Это тимбилдинг для команды кардиохирургии. Пришло время им расслабиться. Поэтому вы не против принять участие с нами? Руководитель Гао, удобно ли мне принимать участие в таком событии? Ерунда. Очень подходит. Хотя вы двое не влюбились после свидания вслепую, вы можете стать друзьями. Люди разных профессий могут общаться. Молодежь должна проводить время вместе. Хорошо. Пришлите мне адрес и время. Я приму участие. Хорошо.
Руководитель, всем привет. Позвольте мне представить, это Гуань Юйцин. Женщина-капитан, замечательная девушка. Цяо Юйцин мой хороший друг, поэтому я пригласил ее приехать сюда. Вы можете пообщаться. Всем привет. Это доктор Янг. Все они лучшие друзья и коллеги Цин Фэня. Капитан Гуань, давно не виделись. Простите, что побеспокоила в прошлый раз. Давайте играть вместе. Я приехала просто пообщаться. Да, общение — это то, что нужно. Цин Фэнь, ты хорошо относишься к Юйцин, потому что ты наставник. Понравится ей или нет, зависит от тебя. Так что уж позаботься о ней. Не волнуйтесь, руководитель. Хорошо. Хорошо, пришло время повидаться с другими коллегами. Устраивайтесь и присмотрите как следует за Юйцин. До встречи. До свидания. Капитан Гуан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу встречу. Меня зовут Джан Жань. Сюй Цин Фэн, мой старший брат. Тебе лучше присматривать за этой девушкой. Не позволяй ей мучиться от жажды, голода и жары. Капитан Гуань, хотите пить? Мужчине не очень хорошо присматривать за женщиной. Я это сделаю. Не нужно за мной присматривать. Я сама о себе позабочусь. Спасибо. Приветствую всех. Я директор этого клуба. Позвольте мне рассказать о правилах игры. Все разделятся на две команды, А и Б. В некоторых зданиях есть заложники. Команда должна найти заложника, пока сражается с другой командой. В процессе вы будете обстреляны спрятанными снарядами. Одно ранение, и вы выбыли. Вы должны будете покинуть место быстро и тихо. Заложник отдаст карту команде, что первая найдет его. Ориентируйтесь по карте, и вы найдете флаг противника. Команда, первая нашедшая флаг противника, побеждает. Готовы? Начали! Капитан Гуань, не бойтесь, я присмотрю за вами. Все будет хорошо. Не нужно. Идем. Это так волнующе. Прости. Все. Вы заложник. Поздравляю, вы прошли первый этап. Счастье приходит быстро. Спасибо. Похвали меня. Жан-Жань, я тебя ненавижу. Хорошо. Линзи, я провожу тебя. Цинфэн, последний. Иди и поймай его. Вот карта. Вот карта. Трудная перед вами задача, капитан Гуань. Подождите! Черт! Кажется, мы только что пришли отсюда. Я помню, что мы проходили мимо этого дерева три штуки. Сказано, здесь есть переправа. Это место есть на карте? Я не могу понять, взгляните. Я плох в картах. Вы заблудились.
Я должен был погнаться за вами. Вы капитан, у вас лучше развито ориентирование на местности. Нам лучше вернуться назад. Нет, посмотрите на карту еще раз. Мы не видим солнца и не можем судить о направлении. Сюда, давайте попробуем. Да. Давайте мне. Вот. Доктор Сюй! Сюй Цинфэн! Капитан Гуань! Доктор Сюй! Сюй Цинфэн! Доктор Сюй! Капитан Гуань! Капитан Гуань! Доктор Сюй! Капитан Гуань! Сюй Цинфэн! Сюй Цинфэн! Осторожнее! Смотри, куда идешь! Хватайся! Это все твоя вина! Почему ты стрелял в меня? Если бы ты меня не подстрелил, я была бы сейчас Цинфэнем. Я тоже плохо ориентируюсь в лесу. Положите это себе под низ. Зачем? Мокро. Вы хороший доктор. Ваша забота приятна. Похоже, вы профи в разведении огня. Мы тренировались в авиационной школе. Наш учитель был военным. Он научил нас выживать в дикой природе. Это основа выживания. Сюй Цинфэн! Доктор Сюй! Это вина руководителя Гао. Это он предложил приехать сюда. И они заблудились. Сюй Цинфэн! Сюй Цинфэн! Капитан Гуань! Притормози. Сюй Цинфэн! Доктор Сюй! Вы словно суперсолдат. Вы можете все. На самом деле, я вовсе не такой человек, а только им притворяюсь. Кажется, что такой человек не знает, что такое унижение и усталость. И со временем он становится только сильнее. Я и стала самой сильной. Я не думаю, что так вести себя перед семьей хорошо. Не делайте то, что не нравится. Это непросто. Доктор Сюй. А вы можете? Доктор не может вылечить себя сам. Ветер с гор холодный. Стоит ли нам сесть поближе, чтобы согреться? Я вас разбудила? Нет, вы проснулись. Вы хорошо поспали? Мы... Давайте отправимся в путь. Я помню, что база находится на востоке. Спустимся вниз. Хорошо. Ладно, помедленнее. Ваша нога, возможно, затекла. Не страшно. Доктор Сюй! Капитан Гуань! Кто-то зовет нас? Я тоже слышу. Мы здесь! Доктор Сюй! Что такое? Болит лодыжка. Позвольте помочь. Не надо. Мы должны догнать их, иначе упустим. Мы здесь! Осторожнее. Мы здесь! Здесь! Доктор Сюй! Сюда! Доктор Сюй! Сюда! Они там! Сюда! Мы здесь! Как ваша нога? Все нормально. Мы здесь! Доктор Сюй! Капитан Гуань! Доктор Сюй! Капитан Гуань! Сюда! Сюда! Они нас не слышат. Сюда! Линза! Отдайте пистолет, мне нужно прицелиться. Доктор Сюй! Мой учитель учил, как использовать зеркало, чтобы просить о помощи, когда нет рядом средств связи. Даже до 16 километров. Правда? Помогите мне. Отражается там. Сюй Цинфэн! Доктор Сюй! Капитан Гуань! Стой! Солнечный зайчик, да? Вон там блик. Сюда! Сюда! Они там! Да! Сюда! Вон они! Да! Вы нас видите? Осторожнее. Оставайтесь там! Наконец-то! Да. Да! Мы спасены. Нас нашли. Боже, что случилось-то? Где вы были? В чем дело?
Здесь огромная местность, и мы потерялись. Что? Идемте, здесь холодно. Да, идем. Я испугалась, что вы не найдете. Испугала меня? Как ваша нога? Ничего. Не нужно. Я могу сама справиться. Все, идем. Быстрее возвращаемся. Линдзе. Здравствуйте, тетя. Линдзе, ты пришла сюда так рано. Ничего, все нормально. Садитесь. Не стоит. Тебе лучше не пить это. Поняла? Это сок. Ясно. Это я сделала для тебя рано утром. Это суп из трески. Вы приготовили для меня? Конечно. Если честно, то я никому не готовлю это, кроме Цинфэня и Линдзе. Все еще горячий. Большое спасибо. Попробуй. Кстати, как продвигаются твои отношения с Цинфэнем? Ну что? Почему колеблешься? Говори как есть. Тетя, пару дней назад у нас был тимбилдинг. Новый вице-президент привел девушку. Похоже, вице-президент хочет вести девушку с Цинфэнем. Правда? О! Я поняла. Поняли? Цинфэнь сказал мне, что она ему не подходит. Правда? Да. Кто эта девушка? Сколько ей лет? Вы уже встречали ее. Я? Что? Невозможно. Возможно? Вы не помните, как мы с ней встретились? Однажды мы заняли ее кухню на время. Кто? Гуань Юйцин? Да, она. Что? Тебе нужно беспокоиться не о том, что Гуань Юйцин твоя конкурентка. Но она нежелательна для рассмотрения. Говорю тебе, я не позволю ей стать моей невесткой. Тетя, я так не думаю. Они наслаждались общением друг с другом. Нет. Говорю тебе, Цинфэнь обещал мне, что он не выберет девушку, которая вызывает отвращение у его матери. Он знает, что я не люблю таких девушек. Мне не нравится ее семья. Знаешь что? Мне кажется, что он боится смутить вице-президента. Правда? Да. Я почувствую сильное облегчение, если это так. Однако, тетя, мое шестое чувство говорит, что все не так просто. Вот как? Линдзе, это потому что ты заботишься о Цинфэне и в результате боишься его потерять. Так ведь? Не беспокойся. Ты можешь смело добиваться внимания Цинфэня. Я всегда поддержу тебя. Тетя! Я поддержу тебя. Раз Цинфэнь не желает отказываться от приглашения, тогда позволь мне решить это лично. Так сладко. Правда? Пей. Спасибо, тетя. Леша, ты взгляни. Мило? Очень мило. Пап, когда приедет бригада работников? Они будут здесь через 2 дня. Сэн Лао Джана познакомит меня с ними. Они могут нам дать скидку, как знакомым. Ясно. Джин Лэй, какой гардероб нравится Бэй Бэй? Североевропейский стиль? Давай пригласим Бэй Бэй выбрать мебель, хорошо? Спасибо, мама, папа. Я очень благодарен. Пап, учитывая шум от переделки, я предлагаю вам место для жизни получше. Соберите вещи, я отвезу вас туда. Куда это? То место, которое посещали в прошлый раз. Вам же понравилось, я снял там квартиру на 3 месяца. Ты снял? Но это очень дорого. Я тоже так думаю. Во-первых, мы с твоей матерью хотели бы жить в доме твоей сестры. Зачем нам это? Сынок,
Тебе понадобятся деньги после свадьбы. Не трать их понапрасну. Понял? Сохрани деньги. Ничего страшного. Для своих родителей я должен выбирать лучшее. Успокойтесь и переезжайте туда. Там спокойно. Сынок, спасибо тебе. Дорогой, почему наш сын отказался обсудить с нами это заранее? Я думаю, что что-то тут не так. Милая, почему ты все еще не хочешь верить в нашего сына? Он собирается жениться. Его это должно волновать больше, чем нас. Хорошо, хорошо. Подождем и посмотрим. Поскольку наш сын все устроил, давай переедем. Хорошо? Слушай, давай пригласим твоих родственников в наш новый дом. Согласна? Пусть навестят нас. Давай отправимся туда. Пойдите. Здравствуйте, вице-президент. Я мама Цинфэня. Сюй-Сюлань. Я пришла сюда, потому что хочу обсудить кое-что. Сюлань? Гао? Гао Дзянлин. Почему ты здесь? Сюлань, будешь воду? Нет. Гао Дзянлин, когда ты пришел в больницу Янси? Почти с месяц. Ты сказал моему сыну? Не волнуйся. Я не сказала ему, что я его настоящий отец. Гао Дзянлин, кажется, тебе нравится спорить со мной. В стране так много больниц. Почему ты выбрал больницу Янси? Не думай, что и так причинил мне достаточно боли. Я думаю, что это твой тайный замысел. Почему ты думаешь, что я что-то замыслил? Это точно тайный замысел. Ты тайно сблизился с моим сыном и выбрал так называемую невестку. Ты ждешь подходящего времени, чтобы подобраться к моему сыну. Сюлань, ты же умеешь вести переговоры. Почему ты так злишься и нервничаешь, когда речь заходит о твоих делах? У тебя нет права судить меня. И я ничего не боюсь. Меня не сломить! Включая твою нечестность в браке, я никогда не упоминала об этом в присутствии сына. Ты знаешь, почему? Я не хочу, чтобы сын ненавидел тебя. Я объяснял тебе это много раз. Почему ты не запомнила? Это же элементарно. Ты просто... Все неправильно, поняла? Почему ты не веришь мне? Конечно, я хочу быть сыном. Более того, я хочу быть и с тобой. Я хочу снова обрести семью с тобой и нашим сыном. Я все еще надеюсь снова жениться на тебе. С ума сошел? Совсем обезумел? У нашего сына прекрасная работа, и ты хочешь присвоить его заслуги себе? Гао Дзянлин, спроси себя. Ты достоин быть отцом? Достоин? Сюлань, я знаю. Стой тут. Знаю. Ты все еще злишься из-за прошлого. Я все еще не могу понять, по какой причине ты отказываешься верить мне. У меня не было отношения с Гуянь. Не упоминай имя этой женщины. Я ненавижу ее. Хорошо. Это имя словно ножом по сердцу. Хорошо, обещаю больше не упоминать. Послушай меня. Я пришел сюда из-за руководства, и все. Это не мое дело. Я знаю о мечте Цинфэня. Его мечта построить центр по трансплантации сердца в больнице Янси. Я делаю все возможное, чтобы помочь ему. Гао Дзянлин. Сколько отцовской любви! Ты когда-либо вкладывал в моего сына?
Теперь ты внезапно появляешься и заявляешь, что хочешь быть наставником для моего сына. Ну уж нет, как ты можешь? А? Ты еще помнишь, что мне обещал? Отказаться от опеки и оставить имущество нашему сыну и не беспокоить его, когда он вырастет. Все было прописано в наших бумагах на развод. Я могу подать на тебя в суд за твои действия прямо сегодня. Закон справедлив. А я в этой ситуации... Я в этой ситуации жертва. Сюлань. Что с тобой? Сюлань! Сюлань, ты в порядке? Что с тобой? Приди в себя! Сюлань! Цинфэнь, прости. Мне жаль. Я не должен был скрывать. Ты никогда не видел во мне отца. Я боялся. Руководитель Гао, простите. Моей маме нужен покой. Я... Руководитель Гао. Пятушка в порядке? Она будет в порядке, когда очнется. Не о чем переживать. Хорошо. Не волнуйся. Пока она в больнице, я присмотрю за ней. Мама, ты очнулась? Мама, как ты себя чувствуешь? Сын. Мама. Мой сын. Мой сын. Сын. Скорее. Ты должен привезтись из больницы, Янси. Быстрее. Мама. Скорее. Об этом рано говорить. Успокойся сначала. Нет. Я не могу ждать. Я должна торопиться. Позже я расскажу тебе о причинах. Пойдем, тебе нужно подать заявление о переводе. Мама, я знаю причину. Знаешь? Сказал. Гао Цзяньмин. Он хитрый человек, он хочет подобраться к моему сыну. Создать проблемы и забрать моего сына. Не вмешивайся. Для мамы это не важно. Мама все сделает. Сейчас я в порядке. Я была взволнована и упала в обморок. Идем, идем писать заявление, идем. Мама... Центр по пересадке сердца только открылся. Ты же знаешь, что это моя мечта. Мам. Что с тобой такое? Почему у тебя так много оправданий? Гао Цзяньмин руководит больницей, твоя мать просто обычный человек? Ты хочешь бросить меня, да? Сюй Цинфэнь. Если ты останешься в этой больнице... Ты растопчешь мое самоуважение. Хорошо. Ты не пойдешь? Пойду я. Я не пойду к врачу. В его больнице, даже если рискую умереть. Я пошла. Мама, тетушка, тетушка, у тебя операция, я провожу ее. Тетя! Слышала слухи про отделение хирургии. Не могу поверить. Все работники больницы в курсе. Вся больница судачит. Никто не знает, что и думать. Удивительно, что руководитель Гао оказался отцом доктора Сюэ. Его мать кричала на всю больницу и лишилась чувств. Неудивительно, что операции на сердце прекрасно делает Сюй Цинфэнь. Программу центра пересадки возглавляет он сам. Это из-за его отца. В чем дело? Ты боишься воров? Ты не думаешь, что это странно? Ничего не происходит с соседом напротив. Он еще не вернулся домой. Это нормально для врача уходить рано и приходить поздно. С чего такой интерес к соседу? Говори, что ты от меня скрываешь? Ничего я не скрываю. Я просто беспокоюсь о соседе, и что? Ешь свой манго. Тогда объясни мне, о чем ты переживаешь весь вечер, хорошо? Я не переживаю. Ешь манго. Я иду спать. Выключи телевизор после просмотра. Куда ты идешь? В ванную. Это странно. Вы...
порядке? Нет. Это слишком. Вы работаете сверхурочно. Нет, тоже не то. Да что со мной? Мам, почему ты заперла дверь? Мам, ты в порядке там? Ты можешь выйти и поговорить со мной? Оставь меня. Иди к Гао Цзяньиню. Ты ужинала? Я приготовлю тебе что-нибудь. Мам, я закончил. Жареный рис с яйцом и суп с водорослями. Если ты голодна, ты можешь выйти и поесть. Я пойду отдохну. Мам, ты не спала всю ночь. Ты уже не молодая, чтобы не спать всю ночь. Это вредно для тебя. Иди и поспи. Я могу не спать допоздна целую неделю, не говоря уже о ночи. По-прежнему с этим никаких проблем. Мама, да что это с тобой? Пациенту срочно нужна операция. Ты... Мама, можешь лечь спать, чтобы я спокойно пошел в больницу. Иди спать, прошу. Ты все еще работаешь в больнице Янси? Послушай меня. Пока я здесь, Гао Цзяньин не сможет приблизиться к тебе. Не сможет. Посмотри, ты все время зеваешь. У тебя темные круги под глазами. Ты плохо спал прошлой ночью. Я не могу еще привыкнуть к новой обстановке. Новая постель. Кровать, она неудобная. После завтрака пойду спать. Я тоже плохо спала. Я всю ночь думала о Юй Цин. О том, как мы поступили с ней. Мне перед ней стыдно. Мы выгнали ее из-за женитьбы брата. Она сильная. Не о чем волноваться. Даже переездом дома должен кто-то заниматься. Но она не появилась. Даже не проведала родителей. Какой плохой ребенок. Не стоит волноваться. Ты за нее переживаешь. Разве ты не хочешь знать, что происходит с твоей дочерью? Послушай меня. Хоть она живет в доме хорошей подруги, она все еще не может жить спокойно, как дома. Ты слишком много переживаешь. Наша дочка бриллиант, ты не знаешь. Если ты вытолкнешь ее из гнезда, она взлетит. Она знает, как расправить крылья, поверь мне. Когда дело доходит до брака, все другие счастливы. Однако наша семья не выглядит счастливой. Нашей семье сложно собраться вместе. Ты... Сынок звонит. Привет, сынок. Пап, как ты привыкаешь к новой обстановке?
Хорошо. Очень хорошо и тихо здесь. Я хорошо поспал. Прекрасное место для сна. Не волнуйся. Послушай. Вчера твоя вторая тетя и третья тетя приходили и посидели. Они позавидовали тому, какой у меня прекрасный сын. Правда? Хорошо. Если у вас все хорошо, то я спокоен. Да. Алло, Джин Лэй. Ты не занят? Мне нужно поговорить с тобой. Подожди. Ты помнишь, что случится через 2 дня? Лэй-Лэй. Лэй-Лэй. Папа. Я еще не закончила, он уже отключился. Он занят, не приставай к нему. Я просто хотела напомнить, что через 2 дня твой день рождения. Пусть он приведет Бэй-Бэй домой, чтобы поужинать. Понятно. Он мой сын. Он не забудет об этом. Не переживай. Все будет хорошо. Вы довольны? Есть небольшая проблема. Говорите. Во-первых, все эти картины, они ужасные. Их нужно снять. Они не подходят сюда. Замени их пейзажной живописью, которую я принес. Так будет лучше. Нет проблем, я заменю их позже. Кстати, Лэй-Лэй, фото твоих родителей... Понял. Я заменю их фотографиями с вами. Правильно? Хороший мальчик. В-третьих, балкон. Что балкон? Само по себе это является прекрасной средой. И в такой обстановке там стоит верстак. Это нехорошо. Рабочий стол среди цветов заставляет меня чувствовать себя плохо. Это вредно для здоровья. Да, вы правы. Неудивительно, что мой отец все время болеет. Он все время собирает модели самолетов на том столе. Это нехорошо. Да, я понял. Чуть позже я уберу стол. Хорошо? Я отведу твою матушку в парк и поздороваюсь с соседями. А вы пока тут. Займитесь всем. Хорошо. Спасибо, Лэй-Лэй. Не торопитесь. В чем дело? Джин Лэй, я не согласна с твоими действиями. Твои родители приехали только из-за переделки. Если они узнают, что мои родители переехали сюда, они будут недовольны. Не волнуйся, детка. Мои родители довольны жильем. Там свежий воздух, много зелени, новые инфраструктуры и много места. Внизу есть парк, им самим не захочется возвращаться. Ты правда считаешь, что они не захотят возвращаться?的暮色，想起你天空中明